Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Matiz 2011 года выпуска. Двигатель 0,8 литра механика. Пробег на автомобиле не установлен, потому что трос спидометра был отключен. Он зашумел, и люди ничего другого не нашли, как взяли и отключили трос. Не уверен, что именно зашумел трос. Взяли от дешевого, пошли, взяли трос, заменим его и послушаем. Сейчас подниму автомобиль, заведу его, включу передачу, какой идет шум от троса. Завожу автомобиль, включаю вторую передачу. Вот такой вот звук идет. Непонятно, то ли с щитка, то ли с тросика. Ну, для начала заменю тросик. Вот у нас стоит трос спидометра за проводкой. Крышку, гайку верхнюю откручиваем против часовой стрелки и поднимаем тросик вверх. Все. Вот я его вывел из зацепления. Ну а теперь возвращаюсь в салон и разбираю в салоне. Здесь два самореза, один отсутствует. Один саморез посередине. Два самореза по бокам от рулевой колонки. Теперь поддеваем. Откручиваем 4 самореза, которые у нас крепят щиток. Thank you.
Вот и все, щиток откручен. Обойдем с той стороны. Так, снимаем трос. Он здесь просто на пружинных фиксаторах стоит. Также снимаем разъемы электропроводки. Достаточно нажать фиксаторы, и щиток у нас отходит. Фиксаторы вот они сверху находятся. А теперь вытаскиваем трос наружу. Трос в салон заходит над вакуумным усилителем тормозов под распоркой. В принципе, сложного-то ничего нету. Но сейчас попробуем его вытянуть именно сюда. Поднимаю его снизу. И вытягиваю. Вот и все, он вышел. Беру новый трос. А этот трос вот я укручу. Звуки. Достаточно от руки, и он это шумно крутится. Из рубашки его вытащил. Трос не порванный, ничего, он просто сухой. Сухой и ржавый. Его достаточно можно было смазать и поставить на место. Ну, заказал новый. Новый трос фирмы Partsmall. Номер его идет PTC-019. Также его хочу вытащить, посмотреть. Трос идет тоже не смазанный. Но, по крайней мере, он крутится внутри, без посторонних шумов. Смазываю его. Смазал тросик литевой смазкой и через зеркало завожу его в салон. Вот отверстие видно. Все, в салон он вышел. Устанавливаем резинку. Уплотнительную резинку я тоже установил. И идем, ставим на место щиток. Решил все-таки сначала снизу закрутить. Начал трос вниз опускать. Из-за того, что я его смазал, он мягко ходит и стал выскакивать из рубашки. Закручиваю его.
все, трос закрутил. Стоит плотно. Идем в салон. Я еще хотел показать. Трос спидометра стоял неправильно. Он выходил не через это отверстие, он выходил здесь сбоку и сгибался и перегибался. Поэтому быстрее всего от этого и был дополнительно ненужный шум. Провел его так, как он должен быть. Теперь ставим щиток на место. Защелкиваем разъемы и защелкиваем трос. Здесь неудобно с камерой. Камеру переставлю на другую сторону. Пока облицовку не ставлю, можно попробовать завести, проверить. Задний двор не включился. Включаю вторую передачу. Включаю четвертую передачу. Вот и все. Это шум из коробки идет. Вот так вот обороты держу. В спидометре никакого шума нету. Ставлю обшивку. То есть ставлю облицовку. Скобу нашел, поставил. Также саморез нашел. Одеваю оба разъема на клавиши. И защелкиваем на клипсы.
закручиваем. Вот и все. Трос спидометра я заменил. Всего вам доброго.